Добрый день, компания Zapkia. Перед проверкой двигателя Евро 5 от автомобиля Hyundai Grand Starex мы делаем тестовый запуск двигателя. Машину чуть-чуть въехали в задницу, ее уже привезли на разборку. Заводи, Миша. Двигатель работает, посторонних шумов не наблюдается, не слышно. Сейчас распилим. Пробег 121 тысяча километров. На корейской разборке также есть двигатели. Проверяем Hyundai Santa Fe, D4EA, D4EB, Sanyonge. То есть перед покупкой двигателя мы запускаем каждый автомобиль, слушаем, смотрим. Только после этого делаем покупку. Вот так стоят автомобили на специальных стендах. Вот еще один Grand Starex, с него тоже будем снимать двигатель. 2011 года. Это стоят Старексы 145-сильные. Состояние у автомобилей практически новое. 2006 год выпуска.